Приветствую с возвращением в наш недотуториал по Майнкрафту, где мы продолжаем выживать на Ютубе и в игре в попытках, ко всему прочему, спасти пару деревенских страдальцев. Быстрее! Нам нужно найти для них укрытие! Разбойники используют арбалеты, так что летящие стрелы там и сям нередко становятся занозами в заднице, и было бы неплохо сделать щит. Не думаю, что мне еще на это хоть как-то не плевать. Да. Я имел в виду прям щит, который можно крафтить. Отражаем стрелы. Отлично! Обернем их оружие против них же. Заряжая арбалет однажды, можно выпустить стрелу мгновенно в любой момент. Проникновение на базу! Берегись! Большая харя сзади! Вот маленькая подсказочка. Если хочешь выжать все из арбалетов, скрафти 9 таких, заряди все и набей слоты быстрого доступа. Меняй их поочередно и вешай град на обидчиков. Милости просим, гости дорогие. Жаль, дома никого, вы что-то запоздали. А если серьезно, ты ведь хорошо их всех спрятал, да? Молодца! А вот и новая волна! Да чтоб тебя, Питер! Нужно больше рук, Питер! Займи высокую позицию! Ой-ой, разоритель. Эти чувачки известны способностью разрушать жизни фермерам как минимум. Так что лучше спрячу овощи и Питера. Хорошо, пали и держи его на расстоянии летящей стрелы. Да, ты сделал это. Но погоди, а что это у нас такое? О, дрянь, житель выставлен как на витрине.
Это долбанный голем! Когда он мне так нужен? И создал он по своему подобию то, чем бы это ни было. Что ж, вернемся к Мочилову! Четвертая волна идет на борьбу с ведьмами. Берегись гранат! Ничего себе, эта штука полезна! Покончим с этим раз и навсегда! Это было настолько поразительно, что оператор потерял сознание на мгновение. Смотри, как радуются теперь жители. Они очень благодарны тебе. И не на слова, а на скидках. Я что-то пропустил? Посмотришь на Ютубе. Тебе понравится. Как только урон скомпенсирован, мы можем наслаждаться восходом благодарной деревни. Стой, а где другие жители? Нет, 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 нет. Что он тут задумал? Не догоняю. Быстрее! Нам нужна вода! Блин! Похоже, что вновь нам нужно оздоровить пару зомби-жителей. Солнце жарит их, как котлеты, так что мы должны дождаться ночи или сделать броню для защиты. Шапки из коров как раз подойдут. На, мелкие зомби не горят. Нам нужно больше золотых яблок. Найти их в данже одно, но ты знаешь, что можно скрафтить их. Тебе нужно золото и яблоки, очевидно. И вся эта возня ради 12 минут мульта, нежели ради долбанного яблока. И, наверное, нам еще один нужен. Окружи зараженных жителей решетками. Это поможет им лучше восстановиться. Ты уже знаешь, что делать. Спустя время жители вернулись к чувствам. И угадай что? Они боготворят тебя в два раза сильнее за чудотворное спасение.
Прям как когда выпускаешь новую часть Майнкрафта для нубов. И главный плюс. Их новое предложение будет длиться вечно. В отличие от того козла, который скоро забудет о том, что его спасли. Это немного долбануто, но согласно всемогущей логике Майнкрафта, то, что ты натворил, также заставило жителя почитать тебя, так что почему бы и нет? Да, чуть не забыл. В нашей семье появился еще один член, которому нужно понять, чем ему заниматься в жизни. В этой деревне и так остается грибы пинать, включая нас, если мы хотим куда-то двигаться. Так что я бы предложил сделать его картографом. И я бы так и настоял выучить его как можно скорее, иначе плохое влияние может изменить все в худшую сторону. Теперь время нашего старого хобби — ожидание. Что, спасибо, что вы с нами, и увидимся, когда черт решит, что пора наступила. Питер. Будь так добр. Это не я.